сняли. Я свяжусь с тобой там. Жду не дождусь. Надеюсь, когда мы встретимся, ты будешь вести себя повежливее. Времени, чем подъем. Теперь мне надо найти базу командования роботами США и выяснить, что такое новый рассвет. Сейчас ты у меня получишь!
Нам нужно торопиться. Ну! Заплатить много. Но речь ведь о жизни. Если я иду к твоим дружкам, ты заплати сперва. Thank you.
Без разрывных стрел от них клочья останутся. Мне-то что? Могу клочья собрать за отдельную плату. У тебя про... Просто нет сердца. Ха, по моим меркам это комплимент. До встречи. На прошлой неделе представление было больно, зато я стала мудрее. Это было плюс. Может, мне поискать вождя Сони? Скоро мне это понадобится. Машины насторожились.
нужен сигнал? Приближаюсь к источнику сигнала. Надо добраться до головы длинношеи. Теперь надо добраться до головы. Изображение другим машинам.
Прекрасно бегу! Медленно.
Отправляйся вперед! Клад смерти. Тени железного веса. Прекрасно. Они и внутрь пробрались. Ты видишь, Сайленс? Сайленс! Здесь, видимо, спали солдаты. Похоже на общий дом в сердце матери. Что это за место? У них была мебель из железа? Разве это удобно? Это был железный мир. Видимо, они так привыкли. Всего одна кровать. Может, это комната их вождя? Провода идут к источнику питания.
красный свет. Видимо, нет питания. Ценные сведения. Я таких с самого детства не видела. Наверное, какой-то шифр. Может, мне просканировать объекты в этой зоне? Три кабеля, три источника. Это первый. Все спрашивали, как запомнить алгоритм перезагрузки геотермальной системы? В общем, так. Птица летит на север летом, на восток весной, на запад осенью и на юг зимой. Не ожидали услышать поэтическое послание природе из уст техника Майка? Я, как всегда, непредсказуем. Уже два. Еще один. Вы все спрашивали, как запомнить алгоритм перезагрузки геотермальной системы? В общем, так. Птица.
есть? Вроде сработало. Ответов. Только оружие. Я что-то слышал. Нужно было взять телегу. Тяжелая штука и бьет мощно. Ха! Ха!
Что это? Это? Это карта. Карта чего? Мира. Планеты Земля, Элой. Мир не плоский, как ты думала. С чего бы мне так думать? Когда случается затмение, тень на Луне кривая. Значит, мир — шар. И вот так он выглядит издалека? Обсудим это в другой раз. Не отвлекайся. Роботы Фара заполонили мир, пожирая все на своем пути. И как-то Элизабет их остановила, пока не стало поздно. Но как? Мешок и так уже надо. Со своим железным бесом. Они же не решили его пробудить. Поберегись! И он двигается.
своим железным бесом. Они же не решили его пробудить. Поберегись! И он двигается. Один хопиш, и он двигается.